Армия без наркотиков. Алтайский край присоединился к профилактической акции, организованной Министерством обороны страны. На днях сотрудники полиции уничтожали кусты дикорастущей конопли. Растение густыми рядами расположилось возле одной из воинских частей Барнаула. Безжалостно скошенную коноплю сожгли на месте. Организаторы говорят, что проводить такую работу необходимо регулярно. В рамках данной акции мы проводили профилактические мероприятия в войсковых частях, рассказывали об ответственности за действия, связанные с законом оборотом наркотиков, о той наркоситуации, которая сложилась в Алтайском крае. Добавим, что подобные акции, по мнению организаторов, крайне необходимы. Ведь только за 5 месяцев 2018 года в Алтайском крае было изъято более 200 килограммов различных наркотических веществ.